Так, у нас пришла вторая машина песка. Ну, я думаю, сюда три, наверное, уйдет. По факту, все-таки сейчас мы будем выравнивать и трамбовать. У нас не хватает. Короче, четыре машины сюда уйдет. По сколько там они были у него? По 12 тонн. Ну, где-то, наверное, 10 кубов. Примерно 9-10 кубов в одной машине. Разровняли, вот. Не хватает чуть-чуть. Значит, ушло, скажем, сюда 4 машины. По 5500. Так, приехал наш геодез. Дальше. Дальше 25 сантиметров от меня. Купил я вот вибротрамбовку Штурм профессиональный. Стоил он 46 тысяч рублей для трамбовки вот песка. Уплотнение до 20 сантиметров. Бачок для воды, двигатель Honda, короче, хорошо работает, безотказный. Как работает? Сейчас включается здесь вот, раз, так, два. Значит, связали мы второй слой арматуры. Вот примерно лягушки, как у нас стоят тут. Мы называем их так.
элемент, каркасный элемент, по-другому что ли, как назвать его. Опалубка стоит вся ровная у нас. Так, вот, нитками мы выровняли всю опалубку. Везде все ровно, так что защитный слой пока не ставили. Сейчас как все свяжем, все готово будет, тогда поставим защитный слой. Мы применяем для защитного слоя. Вот я съездил, где продают дикий камень. Они там их пилят и делают из них декоративные камни. Вот остатки мне продали за 10 рублей килограмм. Ну, тут стандарт 3 сантиметра. Все одинаковые они почти. Ну, плюс-минус там, может быть, пол сантиметра. Это не влияет ни на что. Вот эти вот будем ставить сюда, как защитный слой. Сейчас. Вот. Сколько здесь? Вот 3 сантиметра защитный слой.